Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Доброй ночи, девочки и мальчики. Сегодня мы находимся в игре Dragon Age Inquisition. И как я и обещал, на 350-м рейтинге, в отличие от большинства новичков, которые открывают сундуки сразу на первые деньги, или копят и открывают на каком-нибудь 150-м, мы сделаем это правильно. Мы сделаем это на более высоком рейтинге. Откроем мы с вами не 200 сундуков, откроем мы с вами 10 сундуков, и если выпадет что-то стоящее, то откроем еще 5, да, то есть это первое видео из цикла будет посвященное открыванию сундуков в этой игре. Как вы можете видеть, у меня больше 100 тысяч в этой игре и 355 рейтинг, а значит, время открыть 10 сундуков. Переходим в магазин. Выбираем сундук за 2000. Так. Ну что же, если вы готовы, то мы начинаем. Первый сундук. Зелье. Так, значит, мусор. Тоже мусор. 12 уровень. Слабовато, но мы оставим на будущее. Так. Тоже оставим, чтобы было с чем сравнивать. Мусор. Наручи нам выпали. Так. Оставляем руну. Гранаты. Так, кольцо. Ходячие бомбы. Ходячие бомбы у меня, к сожалению, уже есть, так что мы это ломаем. И еще одно зельце. Перерабатываем. Так, второй сундук. Отлично. Не помню, ребят, если это кольцо, оставляем. Мусор. Так, кинжал. Но мы его сломаем. Еще мусор. Зелье, зелье, зелье. Это нам не интересно. Оставим, посмотрим. Правда, левел предмета очень маленький. Нет, все-таки сломаем. Так, и этот посох мы тоже с вами ломаем. Так, третий сундук. Нет. Нет, нет, нет. Сломаем. Поле распада. Да, есть такое кольцо. Так. Наручи, посох. Нет, слишком маленький урон. Тоже ломаем. Маленький левел предмета. И это мы тоже ломаем. Теперь четвертый сундук на очереди. Вот этого кольца у меня, по-моему, не было. Это я возьму. Так, это мусор. Внимание стоит обращать, ребята, вот на левел предмета. Он указан вот здесь, поэтому мы ломаем это. Нам нужны предметы от 18 и выше уровня. Ломаем. Тоже ломаем. А вот это, ребят, мы оставим. А вот это, ребят, мы точно оставим. Так, дальше зелья. И еще кинжал. Урон по площади. Ладно, оставим. Пятый сундук. Третий уровень.
Не знаю, оставим, оставим, посмотрим. Так, 9-й всего лишь уровень. Нет, слишком маленький уровень. Перерабатываем. Молот. К сожалению, молот у меня более мощный. Или к счастью. Ломаем. Мусор. Тоже мусор. Не помню, если это кольцо оставим пока что. Так, если я не сбился, то сейчас у нас будет идти 5-й сундук. Ломаем. А, вроде было кольцо, но оставим. Тоже ломаем. Шестой сундук. Седьмой сундук. Остается всего 3 сундука, ребят. Нет, слишком маленький левел, к сожалению. Тоже ломаем. Ломаем. Восьмой сундук. Оставим, оставим этот лук. Посмотрим. Так, это мы ломаем. Тоже. И это. И... Это мы оставим, у нас был уже один такой клинок, который работает по площади. Хочу посмотреть, что у них там по урону. Так, остается, ребят, 2 сундука, поехали. 9-й. О, да. Неплохо. Неплохо, это мы оставляем. Это тоже оставим. Выберем лучше. Еще одна ловушка с чесноком. А, сломаем. Так, слишком маленький уровень предмета. Маленький. Снова. И последний, 10-й сундук. Близко уже больше, но это не совсем то. Второй легендарный предмет на подходе. Ого-хо. Оставим. И третий легендарный предмет в одном сундуке. А, такой пояс у меня уже есть. Но я проверю. Ломаем.
Готово. Вот 10 сундуков позади, и теперь самое время перейти в инвентарь, посмотреть, что же мы получили. Давайте начнем с аксессуаров. Пробивание барьера. Так, оставим. Кольцо атаки Гакона мы сломаем, так как у нас их два. Листаем, листаем дальше. Ловушка с чесноком, да, вот она. Отлично, лучнику зайдет. Землетрясение, да, есть такое. Землетрясение, землетрясение. Ломаем. Так, пояса. Ошеломляющий пояс, да, действительно, такое есть уже. Ломаем. Детали. Здесь у нас будут руны, соответственно, которые мы получили. Неплохо, можно будет вставлять морозные руны. Такое средненькое оружие. Так, здесь у нас будет находиться два типа инкрустируемых предметов. Это наручи и баножи. Чекаем. Как вы можете видеть, их у меня достаточно много. Я их специально коплю, так как не во всякую броню можно вставить те или иные наручи или баножи. И, соответственно, хочу иметь представление о том, какие могут категории выпадать на ту или иную броню синих, посмотрев на эти белые. Так, луки. Давайте глянем луки. 121 урон, 133 урон. При этом здесь всего лишь мастерская руна. Что дает этот лук? Больше крита, ловкость при ударе, шанс отравить противника. А наш лук... Какого уровня наш лук? 21-го. Ну да, сами понимаете, да, это не актуально. Отмечаем для переработки. Кинжалы. Вот что странно, кинжалы, которые бьют по площади. Я давно таких не встречал. Но, давайте посмотрим, какого левела наш предмет и скоро. 126 урон, 20-го левела предмет. Всего лишь 77, но это по площади будет. 73. Ну, 73 точно ломаем. Тоже говорить не о чем. И я боюсь, что этот мы тоже ломаем. Да, недостаточно в нем урона. Посохи. Посмотрим, не самый сильный посох, 24 уровня, 81 урон от холода. А нам выпал 23, 68 урон от электричества. Есть ли у нас что-то от электричества еще? По сути. Нет. 68, а здесь у нас будет 81 и 79. Тоже, ребят, маленький левел, поэтому мы вынуждены будем сломать этот посох. Так, посмотрим одноручное вооружение. 125 урон, 179. 173, 125. Да, маловато. Маловато. Ломаем. Чтобы он не давал. Так, переходим в потрошителей. И там уже на месте будем разбираться с оружием. Значит, молот у меня 22 левела, наносит он 260 урона. 279 у него ОВС, всего лишь с мастерской руной. Тогда так, 260, здесь у нас 237. Зато он дает атаку. Этот меч. 11 пробивания брони, 36 силы, а молот дает 25. Соответственно, меч дает больше силы. 219, 237. Так, по площади? Да, это по площади. Ну, я думаю, тут... 5 урона. Так, вероятность крита... Слишком
слабенький. Давайте мы сломаем вот этот. Дальше идем. 163. Ориентируемся будем на 237. 163. Да, ломаем. 144. Нет. Нет, нет, нет. Мало. И 127 тоже мало. Отлично, ломаем. Остается у нас вот такой меч. Давайте посмотрим, как мы сможем с руной улучшить его урон, хотя бы добиться 280 урона. Заходим в ремесло. Улучшение оружия. Находим наш двуручный меч. 279. 280. Ориентироваться будем на 280 урона. Да, берем просто мастерскую руну. Мастерская, ну пусть будет ледяная. Пусть будет мастерская ледяная. 286. Да, ребят, мы его оставим. Давайте сейчас мы посмотрим, какой руны у нас больше. Для этого зайдем с вами в инвентарь. Зайдем в детали. Руны. Так, давайте смотреть. Вот пошли у нас морозные. Ну, в принципе, морозных, да, морозных очень много, даже не буду считать. Просто переходим в ремесло. Улучшение оружия. Находим наш клинок. И вставляем морозную. Морозная руна. Подтвердить. Да. Теперь давайте смотреть. Значит, 286, 279. Да. Но, что по характеристикам? Оружие. Так, если мы одеваем этот предмет, то... Нет, молот особо нам ничего не дает. Молот дает просто бонус к критическому, к вероятности и раскол. Это все. А здесь можно ставить только руну. Ну что ж, меч действительно неплохой. Я думаю, стоит открыть еще 5 сундуков. Меч неплохой, учитывая, что был у меня только молот. А теперь у меня будет и меч. Да, давайте попробуем еще 5 сундуков открыть. Надеюсь, вы рады такой новости. Так, поехали. Сундуки еще чекнем бесплатные. И не будет уже, возможно, ребят. Так, еще 5 сундуков. Первый. Поехали. Мусор. Мусор. Еще мусор. Опять же мусор. Мусор. Снова. И опять. Второй сундук. Мусор. Ну, неплохо. Элемент брони. Ну, точнее, броня. Плохо, неплохо. Так, десятый. Ломаем. И что же тут у нас? Барабанная дробь. 197, 20. Так, улучшенные базовые атаки. При завершении череды атак враги сбиваются с ног. Маленький левел, но мы все равно, ребят, оставим, так как достаточно необычные характеристики на этом молоте. Третий сундук. Мало, мало урона. Ломаем. Хотя меч прикольный. А этот меч использует командир красных храмовников, босс. Вот он не попался, но, к сожалению, он слишком маленького левела. Ничего себе.
оставим. Ломаем. Ломаем. Если ничего не перепутал, то четвертый сундук на очереди у нас. Четвертый сундук. Мусор. Мусор. Угу. Топор, оружие, щит. Нет. Нет, 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 нет. Два сила, но это есть уже. Не удивишь. А, сломаем это. Это. И пятый сундук. Зелье, зелье. Так. Нет, слишком маленький. Слишком маленький урон. Сломаем. Опять же ломаем. Ломаем. Снова. Неплохо. Броня, неплохо, да. Ломаем. Ломаем. Отправляемся в наш инвентарь. Так, понятно, да, у нас броня была. Детали, руны. Переходим в оружие. Здесь у нас будет молот 197, 237. Какая же разница? Нет, все-таки давайте, ребят, мы этот молот сломаем. Хороший, но левел маленький, конечно. Это не актуально. И, конечно же, перейдем сюда. Посмотрим наш топовый кинжал, который у нас сейчас есть, 126. А здесь 120. Что он будет нам давать? Нет. Боюсь, что нет. Это будет не актуально, так как его бонусы весьма не такие вкусные, как у кинжалов моих. Поэтому мы его ломаем. Ну что же, ребят, в принципе, выпадала нам броня. Выпадала нам броня. Можно было бы попробовать еще 5 сундуков, но я думаю, что не стоит. Подкопим еще 50 рейтинга. И снова попробуем открыть сундуки. Странно, мы же чекали. Этот раздел инвентаря, почему же опять? Говорит нам система, что есть новые предметы. Хорошо, ребят. Ну что же, ничего. Ничего, зато мы поимели меч. Очень неплохой меч. Я, в принципе, доволен. Подкопим еще немного денег. И через 50 левелов, левелов рейтинга, мы с вами повторим эту процедуру вновь. Я благодарю вас за внимание, благодарю за просмотр. Надеюсь, вам это видео понравилось. Оставляйте ваши комментарии, будет интересно почитать. С вами был Cold Mike. Дальше только больше и интересней. Пока, ребят!